14 ноября. Поэма новичка. Моя гражданская жена всячески потворствовала своему сыну-наркоману и его зависимой подружке. Ее самоотречение дошло до того, что она позволяла наркоманам вставать между нами. Это разрушало не только наши с ней отношения, но и мою жизнь. Мои напрасные воззвания к голосу ее разума только усугубили положение. Фактически моя гражданская жена приняла сторону наркоманов и решила разорвать отношения со мной. Я попытался выразить в стихах обуревавшие меня боль и страх. Затерянув я в пустыне, бесплодной и сухой, и хищные стервятники реют надо мной. И вдруг мираж, вот пальма, обилие плодов, в ее зеленом лоне убежище и кров. Я мог бы жить прекрасно в тени ее любви, но ветви покрывает огромные шипы. Где брежила надежда, где я искал любви, среди шипов коварных меня отвергла ты. Наверное, я напрасно без пищи, без воды тебя спасти пытался, надежду обрести. Затерян я в пустыне, в страданиях любви. Стервятники все ниже вершат свои круги. Уж выпускают когти, готова хлынуть кровь. Ужель ты с ними вместе кружишь, моя любовь? Размышления на сегодня. В Нараноне я узнаю, что борьба против наркомании бесполезна. Не имеет смысла в